В начале 2000-х представители группы британских промоутеров, устав от закона, по которому нельзя шуметь после часа ночи, придумали, как делать бесшумные дискотеки. Выглядит это, мягко говоря, диковато. Ликующие толпы зажигают в полной тишине. Компания Silent Media – это наш ответ Чемберлену. Смотрите на это, не подумайте, что это какая-то палата номер 6. Это называется бесшумная дискотека. То есть при помощи вот таких вот наушников люди слушают музыку, танцуют и при этом не мешают соседям. Пойдемте поговорим с создателями. Вот Миша и Слава, привет, снимайте наушники. Вообще, откуда появилась эта идея? Ну, идея где-то в Европе появилась. Там куча проходит таких мероприятий в наушниках, где люди танцуют и собирают многотысячную публику. Вот. Один из наиболее успешных наших проектов – это бесшумный кинотеатр. Да. Какие вот ближайшие мероприятия еще будут интересные? Где-то с 25 числа мы запускаем этот проект «Бесшумный каток». Бесшумный каток? Да. Это беспроводные наушники наши. Включаются, здесь есть регулятор громкости. Вот. Теперь понятно, куда все люди там колбасятся. Одевайте. И я себя не слышу вообще. А сколько человек вообще вот может тусоваться на бесшумной дискотеке? Количество человек не ограничено, сколько угодно. Я сам был на таких рейвах, где 3000 человек собиралось. 3000 человек? Да, в России пока что мы таких не проводили, но в Европе уже вовсю. Ну, мы к этому идем. В дальнейшем мы планируем такие рейвы устраивать у нас. Пока тут такой маленький мини-рейвик, но тоже смотрится неплохо. Ну что, послушаем музычку?